Юра, скажи, пожалуйста, вы давно работаете уже вместе? Мы работаем уже практически 5 лет. Вначале мы занимались свободной импровизационной музыкой, потом от нас ушел басист, мы взяли нового басиста прекрасного. И теперь у нас практически в репертуаре около 40 песен на английском языке, опять-таки. Вот. И все они ждут зрителя. Понятно. Ваши перспективы на будущее? Ну, перспективы достаточно просты, как и у всех людей, работающих в этом. Выдавать продукцию, так сказать, записывать компакт-диски, кассеты. Угу. И побольше спонсоров, с помощью которых вы сможете это все выпускать, да? Ну, я вам желаю удачи. Спасибо. Пожалуйста. 30-02-92.